чудом. Потом, конечно, бабушка не стала, я выехал уже, потом сообщили, что ее не стало. Но вы знаете, вот то, что Бог сверхъестественно дает вот, спасение, поэтому даже за самых, казалось бы, по-человечески невозможных покаяний людей, вот просто доверяя Богу, что Богу все возможно, Он может, что хочет совершить, и если мы продолжаем вот, верить и настоятельно об этом говорить, то это совершается. Вот я вот могу об этом свидетельствовать. Вот. Сейчас мне, конечно, да, вот я не знаю, вот моя вторая бабушка татарская, мусульманская бабушка моя, она вот умерла, значит, но вот я был проездом там, но, к сожалению, не было у нас ни разговора, ни встречи. Хотя переживание Бога было сильное очень. Вот у меня лично. Я не знаю, как, но я могу только одно сказать, что Богу все возможно. Он может, может, дал ей последние минуты, может, жизни ее обратиться к Богу, вот, с покаянием именно, принять Христа. Хотя все только на небесах узнает, уже подробности. Вот, поэтому вот. Я знаю одно, что Бог, Он выше, больше нашей и религии, и нашей теологии, и идеологии, и культуры нашей, и традиции, национальности, всего. Он выше всего этого, и Он больше всего этого, и Он действительно любящий Бог. Это я знаю точно, наверняка. Вот. Как в Днепропетровской передаче, там еще в нынешнем Днепре, еще там давно, когда я ему сказал Богу, что мне так хорошо с тобой, и вдруг тихий голос, такой, как будто моя мысль, а мне еще лучше с тобой. Я там чуть не упал. Если бы не сидел в кресле, я бы точно грохнулся на меня. Настолько неожиданно для меня все это было. Во-первых, неожиданно, а во-вторых, что прозвучало так, как тихий голос, тихая мысль. Но второе, что вот то, что прозвучало непосредственно, понимаете, что я никогда раньше не думал с его позиции, что же он чувствует по отношению ко мне, когда я с ним разговариваю. Ну, знаете, бывает, нам хорошо общаться с человеком, а другому может терпеть. Тем более, если, знаете, он такой всемогущий, который ему рассказывает, как ему Библия говорится вообще. Куда ему, да, простого смертного, как Пушкин писал, двуногих тварей миллионы, для нас оружие одно. Знаете, вот, как, вот этих, вроде нас много, гомо-сапиенсов, разумных таких всех, вот, но он не просто мега-разум, он мега-любовь. Вот, слава Богу, и он очень любящий Бог. По сравнению с ним, любой, даже самый добрейший отец земной, он злой. Никто не благ, как он. Действительно благ. Помолимся, друзья. Благословенный Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое. Боже наш, благодарю Тебя за любовь Твою, которую Ты не только на словах явил, но в самом деле явил, в делах, в великих делах Твоей веры, Твоей любви, Твоей надежды. Отдав свою жизнь за нас, отдав Сына Своего, кровь Свою пролив. Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь, и кровушка Твоя святая, она будет пролита за нас. Боже, исцеление наше, освобождение, благословение, полное спасение в крови Святого Сына Твоего Иисуса. Да познают Тебя, Господь, народы все, и Тобой посланного Иисуса Христа, да примут эту жизнь вечную и бесконечную. Слава Тебе, Господь. Боже всемогущий, благослови нас. Благослови, Господь, и эта неделя размышлений о страшном суде. Боже, я благодарю Тебя, что я спасен. И благодарю Тебя, что на суд не прихожу я ныне, как подсудимый, однозначно не приду, но как свидетель Твой, как дитё Твое. Боже, это волнительно, это трепетно. Боже, это трепет и волнение связаны, Боже, и перемешано с любовью огромной к Тебе, Господь, и к миру Твоему, Боже, созданному Тобой. Боже всемогущий, Господь, Боже, очень жаль тех, кто ныне под осуждением, Боже, очень жаль тех, кто ныне еще не знает Тебя,
не знают Твоей любви, не знают Твоей благодати. Боже, помилуй, Господь, ведь Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Ты Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Слава Тебе, Господь наш! Слава Тебе, Бог великий и могучий! Слава Тебе! Благослови, Господь, нас! Распусти с миром, с Твоим шаломом! Боже всемогущий, благослови Киев! Пусть здесь на берегах Днепра лунная песня! Иисусу слава! Иисусу слава! Боже всемогущий, благослови Украину! Боже, благослови всю нашу страдавшуюся землю! Боже, все народы нашей земли, Господь! Благослови, Господь, наипаче Израиля, благослови, Господь, Иерусалим, город свой, благослови, Господь, во имя Христа Иисуса. Боже всемогущий, да святится имя Твое святое, Боже, благослови, Господь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благословляю вас, друзья, благословляю еще раз благословением священников, благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе Адонай, ве-ишмареха, Яхер Адонай, панав элейха, вихунеха, Иса Адонай, панав элейха. Бешем Иешуа, Гадошиах Иешуа, Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, благослови народ свой миром, виноградник, насажденный Твоей рукою, как великий виноградарь, благослови. Пусть святится имя Твое в народе Твоем, в церкви Твоей святой. Благослови, Господь, миром, шаломом Своим. Боже, и ныне, и в день вечный. Слава Тебе, Иисус. Аминь. Аминь, 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 аминь. Благословение Господа да. Всех вам. Да. Можно вас и Максима щелкнуть. Так давайте втроем. А давайте вместе, кстати, да. Да? Давайте я вас двоим, потом хорошо, единого. Хорошо. Максима, а потом Света. Потом, ну ладно. Можно сюда. Вот так, да, вот так. Да, Вот так. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь одного хочу. Давай. Тут застегни. Крючок застегни. Да. Я чтоб не вышло. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Ой, клас! Давайте ще я вам дам. Да. От, Володя. Мене просто наш пашкалець. Так, сам маю ще раз. На оцю, бачиш? Да. От. Давайте. Давайте пройдем. Так.
вдвоем. А, да, 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 вдвоем. Аллилуйя. Аллилуйя. А вы снимете, может быть? Или? А вы... Ну, вы снимите. А, ну, а, здесь есть просто, да. Да, то же самое, что и везде. Аллилуйя. Аллилуйя. Можно поближе? А, поближе. Да, да. Там вспышка. Вот сейчас. Jesus. А можно еще вот так вот еще? Вот так, таким макаром, да. Давай тогда запомним. Да. Ну вы запомните. Вот. Да. И еще все. Паки. И паки. И же первые. Ну что ты получилось? Спасибо. Спасибо. Да, я ты. Спасибо. Аллилуйя. Благословение Господне всем вам, друзья.